Любую ситуацию в нашей жизни можно рассматривать с разных сторон. Экономист найдет причину в нехватке средств, врач в области здоровья, юрист в нарушении закона, педагог в недостатках воспитания. И почти никогда мы не рассматриваем жизнь как игру. Однако восприятие жизни как игры гораздо шире, чем любой другой подход. В игре есть цель, кубок победителя, команда противника, правила и игровое поле. Мы, люди, играем всегда, даже когда не задумываемся об этом. И нами играют всегда, даже когда мы этого не чувствуем. Игры бывают большие и маленькие, позитивные и негативные, наши и чужие. Мы можем играть в свою игру и привлекать соратников и помощников. Либо кто-то другой играет нами. Возможны и комбинированные состояния, когда один человек может быть и игроком, и фигурой на чужом поле. Если нами играют без нашего ведома или согласия, мы чувствуем упадок сил, и нам становится скучно. Большие игры и маленькие, свои и чужие, переплетаются в нашей жизни, и часто размер игры не совпадает с нашим собственным размером. Об этом и многом другом в книге «Анатомия игры».